Меры безопасности усилили на летний период на Алаколе и Балхаше. Именно эти озера Житысусской области традиционно привлекают наибольшее количество отдыхающих. Всего с начала года на водоемах региона спасли 20 человек. Один турист погиб. За работой бригады спасателей Алаколя наблюдали мои коллеги. На озере Алаколь спасатели дежурят ежедневно с 10 утра и до 8 вечера. 4 экипажа на лодках. На выходных к ним прибавляется еще один, когда отдыхающих становится больше. Благодаря слаженной работе наших спасателей в этом году на воде еще не было смертей. 8 человек выходят на дежурство. Также в селе Коктума находится детский лагерь. Мы и там тоже обеспечиваем безопасность на воде. В Алакольском отделении работают 13 человек, спасатели и медсестра. Летом в самый разгар турсезона состав отделения усиливают сотрудниками ДЧС. Нас ежегодно летом отправляют на Алаколь. Мы здесь дежурим по 10 дней. На берегу зачастую дети теряют своих родителей. Поэтому мы просим взрослых, чтобы следили за своими малышами. Бывает, что людей на надувных матрасах уносят далеко от берега. Только за наше дежурство уже 4 таких факта было. Поток туристов на Алаколь понятен. Здешняя вода обладает оздоровительным эффектом. Но у туристов есть претензии к сфере обслуживания на берегу. Их не всегда устраивает качество сервиса. Из-за того, что вода оздоровительная, мы сюда каждый год приезжаем. Но расстраивает тот факт, что здесь элементарно урн для мусора нет. Поэтому люди его везде разбрасывают. С туалетами тоже беда. Там вот написано, а где он, непонятно. В этом направлении нужно еще работать. Сегодня у нас в соседнем пансионате был пожар, но машина не сразу прибыла, где-то примерно через 20 минут только. Нужно, чтобы бригады пожарных находились неподалеку, к примеру, в ближайших селах Акши и Коктума, чтобы оперативность была. Как выяснилось, в селе Коктума действительно нет службы пожаротушения. В случае возгорания спасатели вызывают из села Акши, а это полчаса пути. По словам местных властей, в селе Коктума пожарный пост имеется, но он не работает. Для открытия отделения подготовлена сметная документация. Если будет финансирование, то его запустят. Артем Грапов, Ардак Айбарулы, Куаныш Тургенбаев, Житысусская область. Итоги дня.